Здравствуйте, меня зовут Ким Джи. Достаточно. Эта девушка продержится ровно неделю. Что за дела? Как вы можете есть это сами? Кто посмел? Почему стажер здесь? Как они могли заставить пойти домой утром? Твой начальник ужасный человек. Есть кое-кто похуже. Придурок-призрак. Ты видишь меня? Из-за хамбон теперь в голове одни глупости. Кто эта дамочка? Твою ж мать! Мой сын сейчас ищет работу, и на домашку совсем нет времени. Ты же не согласишься? Я профи в домашках. Ты в своем уме? Зачем согласилась? Свидание. На свидание во время работы? Он намного старше нее. Опухоль явно уменьшилась. Вам нельзя нервничать. Не переусердствуйте. Болезнь может вернуться в любой момент. Какая глупая женщина. Давайте ускоримся. Говорят, в офисе обитает злой призрак. Знаете, от чего он умер? От переутомления. Он считал, что должен усердно трудиться и получить хорошую работу. Он работал каждую ночь, как полный глупец. Он просто усердно старался жить. Мне жаль этого призрака. Даже не упоминайте при мне свидание вслепую, ладно? Я так травмирована из-за того, что кто-то кинул меня еще до того, как мы встретились. 25-е. Найти ту единственную и неповторимую. Кажется, я не могу вспомнить ее имя. Моей единственной и неповторимой. Меня зовут Ким Дживон. Приятно познакомиться с тобой. Эй, почему он меня отверг, а? Я не говорила, потому что не хотела тебя шокировать. Он тогда умер. Что? Он умер от переутомления. Я слышала, он работал здесь, в продуктах Вончон. Она болеет, а я накинулся на нее с руганью. Как только язык повернулся. Подождите! Постойте! Вы заходите? Да, сейчас, погодите. Удачи. Вы мне? Мне 3 американо со льдом и 1 простой кофе. Вы из отдела маркетинга? Да. Я доставлю напитки в офис. За счет заведения. Начальник Ким звереет, когда у него падает сахар. Удачи. Годовой анализ рекламных материалов. Что? Заместитель? Начальник Ким любит стильное оформление. Удачи. У меня сегодня удачный день? Это мой единственный способ попросить прощения. Мне кофе, как обычно. Какой кофе? Да ладно! Тот, который вы делали в прошлый раз. Можете просто сказать мне название кофе. Как может один человек иметь разный почерк? Ну, разные люди, один и тот же. Он не ходил домой, не брал выходных. Как полный идиот. Вот поэтому я не беру в отдел больных. Какая стадия рака? Работать быстро ты не можешь. Пить ты тоже не можешь. Могла бы меня до дома довести хотя бы. Вы, наверное, устали. С тех пор, как вы мне их дали, они и придают мне сил. Правда? Вам понравилось? Меня ими угостил бариста из кафетерия. Вы призрак, овладевший этим телом. Как ты? Госун Хо, да? Я должен освободиться через 10 минут. Ты можешь находиться в теле всего 10 минут? Блин, я тот... С кем ты должна была встретиться 3 года назад? Зачем ты помогал мне? Потому что, Дживон, ты для меня единственная. Поэтому не ходи на свидание. Кое-кто посоветовал мне не ходить на свидание вслепую. Но я ничего не слышала о нем уже 2 дня. Это значит, что ему надоело флиртовать. Собираюсь на свидание вслепую. Почему ты не связался со мной? Что бы я сказал? Как ты узнала, что это я? А как мне узнать? Я изменила свою фотографию в профиле, чтобы ты пришел. Как ты вообще могла пойти на свидание вслепую? Следующая пятница в 8. Давай действительно сходим на свидание вслепую. Такой очевидный. Может отменить свидание? Выглядишь прекрасно, Дживон. Одну минуту. Прости, Сон Хо, господин Ким заставил остаться после работы. Сегодня мы не сможем увидеться. Мы снова не сходили на свидание из-за меня. Луна такая яркая. Давно я не видела Луну. Из-за того... Что мы жили так напряженно, нам даже не удавалось как следует разглядеть Луну. Что ты здесь делаешь? Пришел, потому что ты была занята. Что-то случилось? Выглядишь расстроенной. Начальник Ким просто невероятный. Он эксплуатировал Дживон и делал вид, что примет ее потом в штат. Это не ты случайно сломал ее компьютер? Я отомстил ей за тебя. Думаешь, я терплю это потому что дура? Это бесит меня до смерти, но я должна сохранить за собой это место любой ценой. Я держусь изо всех сил. Сон Хо, прости, что так разозлилась. Не могу заставить девушку извиняться первой. Я слышал, что сказал доктор. Он говорит, что ты слишком много работаешь. Эй, ты, паршивый стажер, где ты сейчас? Сумасшедший подонок. Я жестокий начальник, эксплуатирующий своих подчиненных. Дживон, слышала, ты разобралась с заказом? Слышал, ты всю ночь просидела на телефоне. Я? Как он справился с этим в одиночку?
Это он, тот, кто умер от переутомления. Можно я оставлю ее себе? Встретимся в слепой зоне для свиданий. На счет три. Дай мне 5, 2, 3. Спасибо. Благодаря тебе я теперь не боюсь. Помнишь, ты спросил, забыла ли я о жизни? Теперь я буду беречь все. И работу, и здоровье, и личную жизнь. Давай не сдаваться и идти до самого конца. Я люблю тебя, Джоу. А я тебя.